Здравствуйте! В эфире телеканала «Итон ТВ» программа «С большой буквы». Меня зовут Александр Гурарье. Я обращаюсь с традиционной просьбой. Подписывайтесь на наш канал в YouTube, подключайтесь к нашему телеграмму, комментируйте, ставьте лайки, задавайте вопросы. Мы всегда с интересом их читаем. Кто сочтет возможным помочь каналу, там есть две кнопочки «Супер спасибо» и «Стать спонсором». Мы благодарны за любую помощь. Ну а сегодня, как обычно, в этой программе наш постоянный собеседник, эксперт, политолог, ЦВИ Маген, дипломат, экс-посол Израиля в России и Украине, экс-глава спецслужбы «Натив», в прошлом аналитик военной разведки «Оман». ЦВИ, здравствуйте, добрый вечер, рад вас видеть. Добрый вечер, Александр. ЦВИ, я бы сегодня хотел затронуть несколько вопросов, которые заинтересовали меня вот за минувшую неделю, так сказать. Появилась информация в «Нью-Йорк Таймс», вот об этом пишет, в частности, израильский портал «Детали», о том, что что военное руководство Израиля хочет добиться прекращения огня в Газе, якобы. А главной причиной издание называет нежелание израильского правительства принимать принципиальные решения о послевоенном устройстве Газы. Это позволит подготовиться, то есть освободить заложников, как они считают, как пишет «Нью-Йорк Таймс», и подготовиться к войне на севере. И, может быть, даже закончить конфликт с Хизбаллой бескровно. А как вы относитесь к этой публикации? Насколько она вам кажется правдоподобной? Если добавьте еще один пункт к этой якобы информации о том, что вот военное руководство предлагает передать бразды правления в Газе Хамасу, то вот это то, что они цитируют, тогда у меня получается один большой вопросительный знак, откуда они это, так сказать, достали такую информацию, насколько она обоснована. Я могу только сказать, я не знаю, о чем там речь, в смысле в той информации. Я могу только сказать, что действительно есть дебаты в израильской системе, в государственной системе, в других кругах, когда так или иначе следует кончать с этой газой, на каких условиях и о чем договариваться. В этом контексте действительно присутствует вопрос не обязательно со стороны, скажем, военных, кому передавать бразды правления? Это основная проблема или основной вопрос здесь. Потому что так или иначе Хамас в военном отношении уже почти разгромлен, обещая, что через пару недель от него ничего не останется, и на повестке дня остается тот же вопрос. И якобы предлагают сейчас остановить всю эту операцию и что делать? И дать Хамасу прийти в себя и продолжить и построить заново то, что уже было разрушено, по-моему, это не кажется мне реальным. Да, реальным, это вопрос действительно, что делать дальше. Есть мнение и в Соединенных Штатах, и не исключаю, что в определенных кругах в Израиле, что не исключено, что Хамас может остаться. В смысле, на определенных условиях ему дадут там, скажем, те или иные возможности продолжить свое присутствие, ибо если не найдут никого другого, которому могут передать ключи от этой газы, то Хамас может испортить любой праздник. Поэтому лучше с ним договориться и так далее. Есть такое мнение. В любом случае, параллельно есть заявление премьер-министра и же с ним о том, что Израиль не остановится, и пока не уничтожит полностью Хамас, нет возможности вообще, не знаю, затрагивать вопрос, и нет речи о каких-то тех или иных, скажем, возможностях прекращения операции войны сейчас. Ну вот такое мнение существует, и в основном все идет вокруг, или все зиждется на этом, так сказать, пункте, касающемся будущего устройства Газы, и так или иначе договоренности с Хамасом. Пока нет однозначного конкретного ответа, вероятнее всего, когда кончат или закончится военная составная или военная часть этой войны, то действительно придется так или иначе принимать решение насчет Хамаса или Бизонова, и так или иначе кому передать те или иные, скажем, возможности руководства. И нет однозначного ответа. Я могу сказать, какие ответы существуют, но, по-моему, мы уже все знакомы с этими возможностями. В любом случае, я не поддерживаю того, что якобы военное руководство хочет прекратить войну, потому что ему трудно, тяжело, цели войны недостижимы. Это не так. Война уже кончается практически, имеется в виду военную составную. А в вопросе, касающемся устройства Газы, это не вопросы, которыми занимаются военные, они присутствуют, они принимают участие, но это не основная их ответственность. Да, они поднимают вопрос, что следует готовиться к войне с
Хизбалла в Ливане, но я бы не увязывал этого сейчас. Я вас не слышу. Да, сейчас прошу прощения. Восстановился? Да, Да. была какая-то помеха. Да, как вы думаете, ну вот если бы в 1945 году, когда союзники, собственно, взяли Берлин, точнее, взяла его советская армия, а потом, значит, он был поделен между союзниками, и при организации, так сказать, нового правительства, новой администрации Германии, они бы сказали, давайте отдадим-ка все в руки СС. Попробуем с ними договориться. Они, ребята, в общем-то, неплохие. Они имеют навыки управления. А почему бы нет? Оставим СС и все, и как бы будем с ними договариваться. Вот такой расклад вообще можно было себе представить? Нельзя было себе представить, и, по-моему, это очень похоже на нынешнюю ситуацию. Не дадут им, так сказать, вернуться Хамасам, так же, как и не дали в свое время ни СС, ни другим в Германии, и, по-моему, этот вопрос решен. Не решен, конечно, а кто будет вместо? Или кто? Но в Германии было проще. В Германии все союзники присутствовали, все вооруженные силы всех союзников находились на месте, и все было разгромлено до конца со стороны с гитлеровской стороны, так что не было вопроса, а что делать с ними дальше. Ведь в Газе существует вопрос, потому что некому передать это руководство. Но по случаю похоже, да. По поводу случаев, похоже, это как бы да. А вот все вот эти потуги, о которых мы говорили, там международная коалиция, якобы войска Египта, якобы Саудовская Аравия, это все сейчас как бы провалилось в дискуссионную трещину. Я не сказал бы, что провалилось. Нет, по-моему, пока еще нет решения. Или об этом ничего не было заявлено. Тут проблема во всем всегда, но в данном случае во всех этих вопросах так или иначе непонятно до конца, кто о чем говорит и какая информация действительно имеет за собой, скажем, какой-то государственный вес. Потому что в прессе очень много, будоражат разные вопросы, и не всегда они так или иначе соответствуют истине. На данном этапе по этому вопросу нет никакого конкретного заявления ни со стороны израильского руководства, ни со стороны даже палестинского или даже американского. Кому передать и что произойдет. Но мы знаем достаточно однозначно, что дебаты ведутся переговоры, участвуют в нем и Соединенные Штаты, и его партнеры, ее партнеры. И так или иначе, те или иные арабские государства, которые принимали участие и во всех этих контактах до данного момента и продолжают, это имеется в виду Саудовская Аравия и страны Залива, и Египет, и Иордания, все они участвуют в этих дебатах, но нет решения, поэтому можно ли высказать любое якобы предложение, это не означает, что оно соответствует действительности пока. Вот такая ситуация. Цви, интересная информация публикуется вот в печатных изданиях и в электронных, и вот в частности ссылаются опять-таки на американскую публикации, опять-таки вот на сайте «Детали» сообщается, что вот в том огненном кольце, которое Иран строит вокруг Израиля с помощью своих сателлитов, своих прокси, наметилось такое окно, да, дырка, так сказать, серьезная брешь. Это Сирия. Ну, все знаем, что в Сирии там постоянно идут военные действия. Асад, он мясник, он такой плохой. Израиль постоянно наносит удары по территории Сирии. Но вот интересно, если прикинуть факты. В апреле 24 года Израиль ликвидировал, вот когда командир иранских сил Кудс Мухаммеда Резу Захеди, нанеся авиаудар по зданию рядом с иранским консульством в Дамаске, я подчеркиваю рядом, потому что очень многие не понимают и пишут, что вы атаковали консульство, не было этого. Так вот, и через несколько дней вот в Высшем Совете национальной безопасности Ирана источник сообщил, что информация от сирийских спецслужб просочилась в Израиль и помогла осуществить вот эту ликвидацию. Ну и вообще Асад ведет себя странно, он не приехал на похороны президента Ирана, и такое ощущение, что он пытается некоторым образом отстраниться от Ирана и как-то вот, так сказать, не вмешиваться вот в эти разборки с Израилем. Так ли это? Оставим это на совести
так сказать, того источника, который вы сейчас цитируете, насколько это так. Есть там проблема, но она не так однозначна, как он ее рисует. В смысле, что есть бреши в этой, так сказать, в огненном кольце Ирана и так далее. В конце концов, они партнеры. Да, есть между ними разногласия. Напоминаю, что вообще в Сирии ведется уже очень много лет, 13, по-моему, да, гражданская война, в которой участвуют те или иные группировки, силы и так далее. Израиль имеет что сказать по этому поводу. Израиль сделал все возможное, чтобы в Сирии не была создана иранская база, пытались ее задействовать, типа Хизбаллы в Ливане хотели и в Сирии такую же Хизбаллу, не получилось у них, Израиль не дал. Но у Асада головная боль, потому что у него три партнера, которые помогают ему так или иначе разобраться с обстановкой, и это включает и Иран, который действительно был основным до определенного этапа, но это и Россия, которая там присутствует, включая ее вооруженные силы. Это и Турция, которая держит у себя или за собой часть территории Сирии, не отдает ее, не пускает Иран. И Россия с Ираном тоже не всегда мирно уживается по вопросу Сирии. Так что, в конце концов, у него есть достаточно много вопросительных знаков у этого Асада. Ему надо выбирать, с кем продолжить так или иначе сосуществование. Пока ему еще не ясно, где будет Россия после всех этих разборок в Ливане, и где будет Иран, останется ли он в живых или так далее, но проблема существует. Поэтому он так или иначе лавирует между всеми, как он всегда и делал. Может, поэтому он еще пока существует. И не исключено, что помирятся или снова поссорятся. Это не есть факт, что там есть брешь в этом самом, да, в огненном кольце. В данном случае я напоминаю, что там присутствует и Россия, которая не обязательно дает Ирану возможности противостоять Израилю в Сирии в течение последних, скажем, лет 8, да, 9 уже, с 2015 года. Россия и Израиль сотрудничают по этому вопросу. Израиль так или иначе ликвидировал присутствие иранских тех или иных посланников, прокси в Сирии и не дает им задействовать или восстановить эту систему, и Россия по этому вопросу так или иначе поддерживает, по-моему, Израиль. И в этом отношении Сирия и Россия может сотрудничать по этому вопросу. И у Турции тоже есть по этому вопросу мнение, не обязательно проиранское. Так что в этом вопросе это вот такая картина, которая не до конца ясна, но в которой так или иначе есть достаточно много вопросительных знаков. Посмотрим, куда это ведет. Неоднозначно. Я хотел уточнить, вы сказали, что Россия не позволяет Ирану развернуть серьезные действия с территории Сирии против Израиля, а с другой стороны Россия является союзником Ирана, Россия поставляет Ирану, Иран, соответственно, поставляет боеприпасы России, вот эти самые шахеды и прочее, прочее, Россия поставляет Ирану вооружение, Россия поставила уже, если не ошибаюсь, более 15 самолетов Су-35, это достаточно современная Ну, это техника. длинный список, ну. Длинный список и так далее. И в то же время, как бы в Сирии она противостоит Ирану и как бы помогает, если можно так выразиться, Израилю. Объясняю. Все, что сказали, действительно, это факт. Да, Россия, Иран, в той или иной мере, они партнеры, сотрудничают, они так или иначе, вероятнее всего, совместно ведут эту региональную, если не глобальную войну. В Сирии есть вопрос или проблема. Много лет присутствия России там, в какой-то мере у границ Израиля. И у России проблема не только с Ираном или Сирией, проблема с Израилем. Поэтому ее выбор или ее решение этого вопроса и геополитические, и в других отношениях так или иначе соответствует ее интересам. В этом контексте она так или иначе объяснила Ирану, где что лежит и где что находится, и как с этим жить дальше. И, по-моему, до данного момента этот вопрос остается пока на повестке дня. В этом контексте и Россия, да, мешает Ирану, потому что она не мешает Израилю бороться с ним, уничтожать его базы в этом отношении. И в этом контексте Сирия тоже, у нее наглядный пример, что думает по этому вопросу Россия, где находится Иран, где находится Турция, и не все еще однозначно решено. Поэтому вопрос будет решаться после войны в Ливане. Скажите, прежде чем мы перейдем к возможной войне в Ливане, а вот что сейчас делает Турция? Там идут тяжелые бои на севере и на границе с Сирией, и в самой Сирии, и мало того, там идет какое-то, если можно так выразиться, восстание со стороны сирийских сил.
которые, в общем-то, раньше контактировали с Турцией. Это антиасадовские силы. Они нападают на турецкие патрули, то есть там идут вот серьезные такие противостояния. В свое время, ну, в течение всей этой гражданской войны Турция захватила определенную территорию и не нашла общего языка. Были попытки, но не нашла общего языка ни с Россией, ни с Ираном по этому вопросу. Но удерживать территорию, там находятся турецкие вооруженные силы. У нее свое видение будущего этого региона, первое. Во-вторых, она пригласила туда или открыла двери всем мятежникам, всем, скажем, противникам асадовского режима, они там находятся. Все эти подпольные и неподпольные организации, которые воевали и продолжают, между прочим, противостоять Асаду, они находятся под эгидой Турции там. И они оттуда так или иначе ведут те или иные боевые действия, не всегда однозначно уживаются с турками, но они там присутствуют, и турки их поддерживают, поэтому не все ясно с Сирией. Поэтому, когда мы обсуждаем вопрос, куда направляет свой взор Асад, то он имеет в виду именно как раз то, что оппозиция находится под эгидой Турции на его территории, на севере Сирии. Всегда можно так или иначе потерять очень много, если неправильно разобраться в этой обстановке, я имею в виду с Ираном, и с Россией, и с Турцией. Поэтому этот вопрос относится к тому же комплексу, и не все там ясно до конца, но с этим мы живем. Но это Асад, да. Цви, ну, возвращаясь к ситуации в Ливане, мы с вами в каждой программе с нашей, мы раз в неделю с вами встречаемся, мы обсуждаем ситуацию на северной границе, говорим о том, что вот все висит на волоске, но тем не менее, значит, те кукловоды, которые управляют этой ситуацией, вы все время подчеркиваете, что ни Израиль, ни Ливан там принципиального значения не имеют. Вот. Но сейчас вот опять поступает информация, что вот в течение 2 недель начнется атака Израиля, эвакуируются посольства многих стран, прекращаются полеты, Люфтганза объявила о прекращении полетов и так далее, и так далее. То есть насколько, на ваш взгляд, это серьезно или это опять вот всевозможные способы давления, способы показать силу и так далее? Не исключаю, что это имеет определенную базу, но на поверхностный взгляд это выглядит как очередной рычаг давления, и его На используют. кого? Да. Ну, конечно, на Ливан, на Хизбаллу, на их патрона Ирана, естественно, все мировое сообщество, которое так или иначе этой войны не хочет. Тем более, что там присутствуют Соединенные Штаты и другие державы, европейские державы, в частности Франция, и пытаются так или иначе найти какой-то общий знаменатель и договориться о перемирии. И в этом контексте одна из, скажем, серьезных, один из серьезных рычагов давления израильский – это заявление о том, что так или иначе, если нет, мы не получим того или иного, то на повестке дня все открыто, как говорят. Имеется в виду, что Израиль несет удар, тем более, что со стороны Хизбаллы постоянно идут атаки по израильской территории, Израиль несет потери, в Израиле очень сильно, так сказать, очень серьезно присутствует мнение и даже давление разобраться с этим Хизбаллой, со стороны общественности, конечно, разобраться с Хизбаллой до конца, иначе есть проблема даже политическая в самом Израиле. Это с одной стороны. С другой стороны, вооруженные силы говорят, дайте нам кончить сначала с Газой, потом разберемся с Ливаном. На два фронта воевать негоже, но все же, если надо будет, мы это сделаем. Ну вот параллельно все время присутствуют эти мнения. На самом деле речь идет, в конце концов, о более, скажем, серьезном этапе. Идет попытка так или иначе уломать или Хизбаллу, или Иран и договориться о каких-то там совместных решениях. И в этом контексте присутствует вопрос Газы, и неспроста поднимается вопрос о быстром перемирии в Газе ввиду именно Ливана. Это требование с двух сторон, так или иначе остановить эту войну. Поэтому не исключено, что войны не будет, найдут какой-то там общий выход, общий знаменатель, договорятся. Но пока я его еще не вижу, поэтому угрозы, они действительны, и имеется в виду, что если не будет решения, то будет война. Без этого никак не получится. Или решение, или война. Оставить это нельзя, потому что, в конце концов, Израиль в достаточно серьезном кризисе в этом отношении и не может
прекратить, скажем, разборки с Хизбаллой или с Ираном по этому вопросу. Но, с другой стороны, есть параллельные рычаги давления или угрозы со стороны Ирана, который так или иначе обещает и клянется, что он примет непосредственное участие. Это уже будет региональная война, а не только разборки с Хизбаллой. И поэтому следует это пересмотреть. И американцы это тоже понимают и учитывают. Поэтому очень серьезный вопрос на повестке дня мирового сообщества. Я не исключаю, что в конце концов сумеют договориться. Я не исключаю, что это увязывается и с, скажем, с аджендой, как будет повестка дня по вопросу газа. Цвин, ну вот на ваш взгляд, если все-таки не удастся договориться, вот сейчас поступила информация о том, что проиранские милиции из Ирака готовы, значит, там идти на помощь Ливану, они об этом давно говорят, но есть опасность, некоторые выражают опасения, что они пойдут не через, как бы, там Сирию и прочее, а что ударят по Иордании. Иордания довольно небольшое королевство. Там хорошая, хорошо вооруженная армия, но она достаточно малочисленна. Если я не ошибаюсь, процентов 70 или 80 населения Иордании составляют палестинцы. И король, при всем уважении к его королевскому сану и его образованию, и его, так сказать, величию, трон под ним постоянно шатается. И вот если вот эти вот маджахеды, условно говоря, маджахеды, это я не говорю, что это афганцы, хлынут на территорию на территорию Иордании, насколько это может быть серьезно и насколько они, так сказать, реально могут захватить Иорданию и выйти на границу Израиля? Если вы употребили этот термин серьезно, это не серьезно. Это не серьезно, потому что, во-первых, Иордания в состоянии разобраться в военном отношении с такой угрозой самостоятельно, тем более, что на границе Иордании находится Израиль, который этого не допустит. И у них, у Израиля с Иорданией по этому вопросу и взаимопонимание уже было. Такая ситуация, Черный сентябрь, если помните такое название, пытались палестинские те или иные организации захватить власть в Иордании, не получилось, при поддержке Израиля. И есть другие государства, которые не допустят, я имею в виду соседи Иордании, Саудовская Аравия же, и другие страны, и Египет, которым это не понравится. Поэтому у Иордании, ну, это может быть головная боль, но это не есть, так сказать, действительно основная проблема. Но да, так или иначе, иракские эти прокси, да, попытаются как минимум приличия ради добраться до Ливанского региона, если будет война, и принять то или иное участие. Напоминаю, что уже в прошлом тоже это не было с иранской стороны, но все же иракские те или иные вооруженные силы присутствовали в разных там израильских войнах на территории Сирии. Это не исключено. Ирак является одной из составных прокси Ирана. Есть там 7 штук, одна из них это Ирак. Там есть своих достаточно вот этих, что называется, шиитских милиций. Но, по-моему, у Иордании это не угрожает существованием. Но это может быть очень серьезный там ералаш, не более. А как вам видится, если все-таки начнется война Израиля с Хизбаллой, с Ливаном, по сути дела, вот на ваш взгляд, как это будет выглядеть? Это будет там захват определенной территории, это будет, так сказать, уничтожение с воздуха объектов и так далее. А главное, к чему это должно привести? То есть, ну хорошо, вот, ну вот там разнесут юг Ливана, ну разнесут эти самые электростанции, порты. А дальше-то что? Не столкнемся ли с той же проблемой, что и в Газе? Вся южная территория Ливана является базой, ракетной базой для обстрела Израиля. Поэтому Израиль сделает все возможное и так сказать, со стороны ВВС, и со стороны сухопутных войск для того, чтобы всю эту базу уничтожить. Не допустить и в течение пару дней, чтобы от нее ничего не осталось. Могут, конечно, запускать ракеты с большого расстояния, с северной части Ливана, но это уже нечто другое. Там уже не Хизбалла, это проблема у самого, так сказать, Ливана как государства. В этом отношении попытаются в течение очень короткого времени захватить всю эту территорию и ее зачистить, что называется. Это с одной стороны. С другой стороны, есть угроза, что Иран подключается к этим боевым действиям и начинает атаки со своей стороны на территорию Израиля. Получается, что это уже дуэль между Израилем и Ираном, уже была такая попытка.
И мы знаем, чем это может кончиться и для Ирана тоже. Поэтому я очень сомневаюсь, готов ли Иран на такое. Иран не пошлет своих несуществующих якобы сухопутных возможностей в Ливан, но может послать своих этих, то, что называем прокси, разных там афганцев, иракцев и других, но это прокси. Так сказать, бронетанковые дивизии Израиля могут проутюжить всю эту территорию вместе со всеми этими прокси. Это не проблема, если кто присматривается к этому пристально. Конечно, будут обстрелы Израиля тысячами ракет со стороны Ливана и других до определенного этапа, когда все это не будет уничтожено. Вот. Примерно картина, которую, конечно, никто не Нет, хочет. но не Или же... будет все уничтожено. Смотрите, мы в Газе не смогли уничтожить до сих пор все ракетные установки, а в Ливане-то их гораздо больше, все-таки территория другая. Как вот их всех Ну, уничтожить? останутся. Но вот между потенциалом, нынешним потенциалом и результатом это большая разница в той же Газе был очень большой результат, значит, эффект в начальном периоде этой кампании, этой войны. И там осталось там несколько штук, которые иногда там спрятали, иногда запускают. И то же самое будут делать дальше и с ракетами, и с террором, и с чем хотите, и это не только у нас бывает. Террор существует, исламский террор, исламские возможности существуют. И не только в нашем регионе, хочу напомнить. Есть другие регионы, и севернее нас, и западнее нас, где они присутствуют, они могут наломать очень много дров, как говорится. Но если огульно рассматривать это дело, то так или это уже было в прошлом тоже. Так иначе пытаются очень быстро и жестко разобраться с южной частью государства Ливана, зачистить его, насколько это возможно, и не допустить так или иначе присутствия других вооруженных сил. А с Ираном разберутся, если Иран начнет по простоте душевной непосредственную войну с Израилем, то это уже другой разговор. Есть там очень много интересных, так сказать, объектов в Иране, которые Израиль давно хочет так или иначе сгладить. Цви, поступила информация о том, что Израиль по просьбе Соединенных Штатов возвращает американцам 8, если не ошибаюсь, батарей Патриот, которые стояли на вооружении в Израиле, но были сняты с вооружения. Вот в прошлом году, в конце прошлого года, последние батареи были сняты и расформированы. Эти батареи, судя по всему, американцы передадут украинцам. Означает ли это, как в некотором роде новый этап отношений между Израилем и Украиной? Мы помним, что в прошлом Украина неоднократно обижалась на то, что Израиль не дает им системы ПВО. Израиль оглядывался все время на Россию. И вот сейчас эти 8 батарей – это довольно серьезная сила. Как, на ваш взгляд, среагирует Россия и как это отразится на наших отношениях с Украиной? Я хочу напомнить, что это американские ракеты, американская система ПВО, в которой Израиль уже не нуждается. Это с одной стороны. С другой стороны, Израиль, обратите внимание, передает американские системы не свои. Свои системы, мы знаем, о чем речь, и Украине не были переданы. И это, да, касается каких-то там разборок с Россией. Я прошу По-моему, прощения, но это не помешало. То, что мы до сих пор не передавали Украине никаких систем, не помешало российским, так сказать, руководителям, в том числе спикеру МИДа Россия Марии делала это. Захадовать, кричать о том, что Израиль поставляет оружие, поэтому мы теперь будем поставлять Ирану и так далее, и так далее. Занимаясь российским вопросом, надо очень аккуратно разобраться между пропагандой и то, что называется разными там информационными войнами и действительностью. Не всегда это соответствует один другому. Потому что, с одной стороны, на словесном уровне, на риторическом уровне Россия рвет и мечет в сторону Израиля. Я не знаю, какое это влияние имеет на практическом уровне. По-моему, не очень серьезно. Россия поддерживает отношения с Израилем, по-моему, по сирийскому вопросу тоже, и по вопросу, так или иначе, поставок вооружения тоже. Я не знаю, что Россия поставляет Ирану, но, по-моему, пока не поставила Ирану тех систем, которых Израиль очень не любит, и наоборот, Израиль тоже не поставил до данного момента, насколько мне известно, в тех или иных систем ПВО Украине. И украинцы тоже этим довольны. Да, в какой-то мере они готовы отдать американской системе. И посмотрим, как это повлияет на Россию. Но, по-моему, это одна... все же тут как соблюдаются какие-то там меры
не скажу осторожности, но договоренности, которые существовали в прошлом, по-моему, они пока еще существуют, хотя они уже так или иначе на ладан дышат, но все же. Ну вот то, что они на ладан дышат, это точно, потому что я осмелюсь вам напомнить, что когда год назад американцы сняли с хранения, я подчеркиваю, это склады на территории Израиля, где хранились боеприпасы армии Соединенных Штатов, Центкома, Центрального командования. И они часть этих боеприпасов переправили в Украину, тут же раздался крик о том, что Израиль поставил оружие Украине. И об этом кричали, и Захарова кричала, заходясь в истерике, и там на всяких этих соловьиных трелях и так далее. То есть... Я предложил рассмотреть отдельно риторику и практику. В этом контексте это вооруженные силы, это значит, это базы вооруженных сил Соединенных Штатов, они имеют право с ними делать, что хотят, и так далее, включая между, по-моему, включая нынешние эти поставки тоже. Они еще не поставлены, но все же. Но, конечно, из этого будут делать, как говорится, слона из этой мухи, но все же, так или иначе, я сказал, что следует, наверное, разделить риторику, которая направлена не на Израиль, а направлена на определенное государство и общественное мнение в нашем регионе и в мире вообще, и какие-то конкретные действия России в отношениях с Израилем. По-моему, есть разница. Пока. Так вы считаете, действий никаких, так сказать, враждебных не происходит? Насколько мне известно, не происходит. Отдельно стоит вопрос, где была Россия в подготовке этой войны. Вот-вот-вот, именно это я и хотел сказать, потому что вы Нет упоминали в наших конкретных программах. данных. Я лично считаю, что она принимала определенное участие. Есть, которые считают, что она была удивлена и не знала об этой войне. Так же, как и которые считают, что вот видите, сам Иран заявил, что он не знал, что идет такая подготовка, и он был очень удивлен, что Хамас начал воевать с Израилем. И Хизбалла тоже не было в курсе, и потом они вдруг очнулись и начали так и высказываться по этому поводу. Россия тоже. Мне это кажется очень несерьезным заявлением, но есть, которые в это верят и считают, что действительно они не знали. И вот Россия об этом тоже не знала, и это, ну, начало высказываться на риторическом уровне. Есть мнение, нет информации в том плане, что, может, есть информация у спецслужбы, государства, не у нас обозревателей. Нет информации, однозначно подтверждающей участие в России в подготовках, но есть мнение, что это так и было. Невозможно, что Хамас сам по себе принимал такие решения. Невозможно, что, рассчитывая на Иран, он его не проинформировал. Невозможно, что Россия, будучи партнером Израиля и Ирана, не была в курсе этого вопроса. Не могу сказать, насколько она непосредственно физически участвовала в подготовке, но, вероятнее всего, было дело, по-моему. И это следует учесть. Это да. Но это одно. Параллельно, так или иначе, вели и ведут себя очень аккуратно или осторожно с Израилем и не хотят дойти до разрыва отношений или других дипломатических скандалов. Поэтому оно так или иначе зависло и остается пока за кулисами. Цви, ну а вот не является ли вот эта поставка первых систем ПВО своеобразным началом, и будет ли Израиль в дальнейшем поставлять Не какие-то системы? исключаю, это можно рассмотреть и так, и с другой стороны, и сяк. Поэтому вопрос, как будут это рассматривать израильтяне и россияне. Они могут это сказать, ну что, это не ваше, это американское, и бог с ними. И они могут подойти к этому, если они хотят конфликтовать, то они могут использовать этот момент. Израиль учитывает это, у него, наверное, есть информация, насколько это может навредить или нет. У меня этой информации нет. Спасибо. Спасибо большое. Я напоминаю, что с нами был Цви Маген, политолог, дипломат, экс-посол Израиля в России и Украине, в прошлом директор спецслужбы НАТИФ и аналитик военной разведки. Спасибо большое, что приняли участие в нашей программе. А наша программа подошла к концу. Всего доброго. До свидания.